Всем привет, друзья! Сегодня я хотел бы вам представить обзор модели Hanamac от фирмы Tamiya в 35 масштабе. Модель получается 251/1 Hanamac. В наборе у нас инструкция и видники. Начнем с инструкции. Инструкция, как всегда, у Tamiya на двух языках, японский и английский. Я буду английский смотреть. Так, тут сканы литников и начало сборки. А нет. Вот так вот. То есть сборку мы начинаем с ходовой. Интересно, что в инструкции они указывают фотографии реальных машин. Фотографии из реальных машин. Тоже очень интересно. Так, сборка. У нас в ходовой части установка в ходовую мест для солдат, водительская. Далее у нас сборка, установка катков и установка верхней части корпуса. Дальше пошла обвес верхней части. И здесь у нас сборка солдат. В наборе у нас получается 5 солдат. Варианты. На 2 варианта даны. Это 42 год Россия и 42 год Африка. Тут на английском языке описание машины. Далее у нас идет это нижняя часть корпуса. Tamiya 1973 год на литниках написано. Так, ну тут все отлично. Каких-либо замечаний нет, недоливов нет. Все замечательно. Толкателя нет. Дальше пакетик у нас с двумя литниками и с декалями. Пожалуйста, декали показываю. И два литника. Давайте, друзья, вам напомню, что это Tamiya 1973 год. Качество идеальное. Обоя нет. Мелкие детали пролиты отлично. Литник с катками. Также все замечательно, отлично пролито, хорошо, обои нет. Следующий литник у нас. У нас получается здесь, в этом пакете, верхняя часть корпуса дана. Пролито все хорошо, заклепочки все есть. Обои нет, толкателя внутри. Вот еще один литник у нас тут. Оружие. Вооружение. Толкатели находятся внутри модели. Обоя нет. И последний у нас литник. Литник с солдатами. Солдаты мне вообще не нравятся никогда. Tamiya они. Не очень качественно. Тут есть у нас и обои небольшой. Но это почему-то только на фигурках у них. Детали, оружие пролито отлично, обои нет. А на самих есть у нас и стыки, и обои. И у нас виниловые гусеницы. Две виниловые гусеницы в наборе. У Tamiya мне очень нравится винил. Несколько моделей собирал. Все прекрасно, все сделал. Вот, хотел бы закончить обзор данной модели. Модель у нас, данная модель отличная, обои нету, недоливов, каких-либо вообще недочетов по данной модели нет. И с учетом того, что это модель 73 года. Вот, всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, ждите следующих обзоров.